Здравствуйте, люди! Есть вопрос, который задан был моим догом. Что такое универсальные ценности человечества? Универсальные ценности, они всегда остаются одними и тем же. Это что? Это прежде всего любовь. Второе – это доверие. И третье – это желание быть в близости и понимании с людьми, которые тебя окружают. То есть находиться в гармонии. В настоящий момент это понятие гармонии превратилось в адский и, собственно говоря, совершенно невыносимый период, который мы видим в настоящее время ежедневно. Из-за этого происходит смещение сознания, истины, правды, как говорится, и потерян смысл, в некотором смысле, если так можно сказать, вообще какого-то сознания существования человечества вообще. Поэтому мы с Догом решили покинуть эту планету и переселиться на другую планету, которая может быть даже Луной или Марсом. И поскольку я художник, я задаю себе вопрос, и мой Дог тоже мне это подсказывает. Для кого ты делаешь твое искусство, которое относится к чувственному миру человечества, то есть к его натуре? Настоящий, да? Значит, ну, мне кажется, что я, наверное, делаю это искусство для того, чтобы его предоставить будущему поколению, которое, возможно, возникнет и осознает вот настоящие ценности, которые, о которых мы говорим или мечтаем. Потому что настоящее человечество, которое населено землей, на Земле, оно до конца не осознает. Или же вот мой дог тоже мне подсказывает, что, может быть, это политическая система, или, в частности, политики, то есть конкретные люди, не осознают то, что человечество в глобальном своем смысле или состоянии не желает этих решений, которые они им предлагают. Поэтому я очень сожалею, что искусство Sense Art, которое я пытаюсь создавать как и док, с общими человеческими ценностями, не имеет смысла на этой земле. Просто не имеет. Поэтому я вам предлагаю подумать на эту тему и, может быть, даже проголосовать. Значит, Sense Art – это прежде всего чувственное искусство, которое базируется на общечеловеческих ценностях, идет от души, сердца и тела, от чувственного мира, базирующая на европейской культуре, христианской. Но это не исключает понимание этого искусства как исламскими зрителями, или еврейскими, или китайскими, или индийскими, и другими нациями, потому что это общие человеческие ценности. Спасибо. Прошу вас проголосовать, имеет ли право Sense Art как искусство, родоначальником которого я являюсь, имеет право быть как искусство. И почему оно еще зарыто пока? Потому что не хочется умирать до того, как оно еще зарыто. Не правда? Да. Ну вот, спасибо, друзья. Желаю всем счастья, добра и просветления. Бай-бай.